Приветствую всех, кто будет просматривать это видео. Я в очередной раз решила изменить концепцию озеленения своей лоджии. Убрала пеларгонии и поставила колеусы. Колеусы тоже на свету, на солнышке растут очень яркими. Сейчас вот они все-таки бледноваты. Не совсем такой цвет, как у них должен быть. Вот это терри и вот эта каемка должна быть почти желтой на солнце. Ну вот, как вы видели, он рос такой терри, ажурный сорт, вот такой ажурный, небольшой, не крупный, мелкие такие веточки у него. Вот. Ну вот, то есть он рос в условиях все-таки нехватки освещения, поэтому вот эти краешки зеленые. Ну вот хочу, чтобы он на солнышке постоял, будет желтый. Ну также и эти, вот здесь вот тоже не хватает света, они должны быть более ярко-желтые. Более яркие. Вот этот такой красавчик, Paisley Show сорт, пестрая шаль. Он, в принципе, недалеко от окна стоял. Вот очень красивый, очень яркий. Вот. Этот тоже не набирает цвет, какой ему положено. Ну вот, пусть теперь постоит на солнышке. Может быть, станут более яркими и более компактными. К тому же колеусы тоже замечательно цветут. Ну, я чаще всего, конечно, обрываю, не даю цвести. Но иногда вот очень даже приятные, милые цветочки. Так, почему я пришла к такому решению? Потому что мне надоело смотреть, как у меня варятся просто пеларгонии на моей лоджии. Я все-таки пришла к выводу, что мои условия совершенно им не подходят для, ну, хорошего цветения, хорошего роста пеларгоний. Возможно, не очень заметно, но это очень маленькие, маленького размера цветочки, сорт династия Даджи. То есть вот этот вот цветочек, он вот все-таки еще по сорту. Вот видите, на два пальца я делаю, да, и цветочек перекрывает два пальца. Вот такой он крупный. Вот он крупный, махровый, да. И что он мне выдает здесь? Вот давайте я попробую где-нибудь сделать на два пальца. Вот, на два пальца. Это горохи, просто горохи. Меня, честно говоря, это бесит смотреть на этот горох. Ждешь его, ждешь, это цветение. И вот такая вот ерунда получается. Мне все это не нравится, мне это расстраивает. Это тоже у меня, это пак Виворозита. Очень долго ждешь цветения, потом вот она тут половину бутонов отсушивает. Потом те, которые расцветают, они все-таки вот очень быстро разворачиваются в тарелку. Тарелка мне не нравится. Мне нравится, когда вот форма розы. Ой, я не знаю, может быть, просто это настроение такое. Ну, вот что-то какое-то у меня идет разочарование из-за пеларгоний. А колеусы у меня всегда хорошо росли. Пусть растут теперь вот тут колеусы. На самом ярком, козырном и солнечном месте. Совсем пеларгошки я не убрала. Вот тут вот Норланд стоит. Но он тоже уже вот частично отцветает. Когда отцветает, цветочки становятся малиновые такие, чуть потемнее цвет у них. Вот, то есть если вот эти свежие такие, они прямо, ну, ярко красные, то вот эти так уже потемнее у них цвет. Ну вот вянут, но так вот остаются такой формы. Денис, я уж тут все пообрезала, все бутоны. Вот остался последний. Это он какой-то кривой, и тоже горохи. Горохи мелкие, страшные. Ну ладно, Денис у меня вообще как бы вне конкуренции. Мне достаточно, я всегда говорила, что мне достаточно вот одной вот этой пеларгонии, моей самой любимой. И
Про остальное можно вообще не заморачиваться. То есть у меня есть самое красивое, самое любимое. Ну, здесь тоже уже мумифицировались. Ну, все же она вот пытается цвести. Вот бутоны, и там бутоны, и вот бутоны. То есть вот, вот, там и вот. Как минимум, еще цветет. Пусть цветет. Но, ну, не знаю. Ну, вот скоро зацветет. Это розита. Ой, не розита. Розалинда. Сурвивор розалинда. Ну, посмотрю. Так, вроде она обещает быть симпатичной. Цветоносы крепкие. Шапочки хорошие. Но я просто уже вот настолько из-за этой жары просто, ну, невозможно. Минус опять за 30. Акулиусы вот такие красивые. Эти листики ажурные. Ну, вот ее Маделина. Ну, тоже у нее сейчас из этой жары шапочки маленькие. Хотя, да, она у меня всегда цветет. И там вот еще бутончик. Тут на одном кустике. Ну, в общем, пока так. Что-то я не хочу смотреть на эти горухи. Бесят они меня. И на эти тарелки тоже не хочу смотреть. Ну, у меня вообще, я просто знаю свой характер. Я просто знаю, что по весне я, вот он там вылезет, один какой-нибудь там вот, один цветочек, да, там еще не очень, не полноценный. И я буду радоваться и прыгать вокруг него, потому что после большого перерыва, после зимы, вот первое цветение, это как бы вот, ну, почему я так люблю растения, которые цветут зимой, зимнецветущие. Ну, потому что вот зимой они не цветут, пеларгошки отдыхают. Первым цветочком я радуюсь. А потом летом, когда вот это вот массовое уже цветение, даже если бы они хорошо цвели полноценно, все, меня уже это не включает. Ну, вот, дофамин это не срабатывает. Нужна какая-то опять новизна, что-то новенькое, видимо. А это уже все, уже я не включаюсь. Вокруг и так все цветет. Сейчас лето, середина лета, на улицу выйдешь, и так вокруг все цветет. И домой приходишь и смотришь на эти вот ущербные какие-то недоцветочки. Ну, то есть меня это вот совершенно не прикалывает. Не, ну кроме Денис. Денис, я как бы, ладно, разрешаю в любом виде ей цвести. Пусть цветет как хочет. Лишь бы цвела. Потому что именно этот сорт у меня вне конкуренции. А вот это вот, ну что это такое? Ну, что вот это такое? Вот. 3-4 цветочка из этой жары. В общем, я не знаю. Я как-то вот решила что-то изменить. Может быть, мне как-то будет спокойней. И вот новенький, ладно, пусть тут я как-то еще так это... Восторга нет, но... Ну, как бы, ну ладно, цветут, пусть цветут. А вот такое вот, да, второе цветение меня просто бесит. Честно говорю вам. Еще вот она их отсушивает из-за этой жары. Я тут с утра до вечера, как папа Карло, все поливаю, они еще тут что-то отсушивают. А, в общем, я не знаю. Пока вот такое у меня настроение. Смена концепции на колеусы.